Актор театра і кіно, музикант і композитор, лідер і фронтмен групи «Звуки Му». Фахівець із норвезької мови і перекладач, переконаний християнин і сільський мешканець Петро Мамонов 20 грудня виступить у Дніпропетровську. Подія очікувана і неординарна, як і сам Петро Миколаєвич. Що буде у програмі концерту, яким чином вдалося заполучити цього виконавця до нашого міста, про це будемо говорити із організаторами концерту, вже відомі вам за нашими ефірами Герман Гушкадор і Денис Федоренко, знов на 9 каналі. Добрий вечір. Очень необычный опять у вас исполнитель, гость. Да, давайте об особенностях концерта немножко позже. Сначала спрошу, почему Мамонов, чья инициатива? Это его инициатива вот с гастролями, либо это вы добивались и приглашали? Наша, безусловно, инициатива. Петр Николаевич вряд ли нам стал звонить. Конечно, наша инициатива, мы давно хотели сделать его концерт. Почему-то за 20 с чем-то лет Мамонов не посетил Днепропетровск ни разу. То есть 20 лет назад он был в Днепропетровске? Он был в конце 80-х. Бытует мнение, что звуки ему были в «Метеоре». Бытует мнение. Что были звуки ему у нас в «Метеоре» вступали. Вот, в конце 80-х. Ну, а чем вас так привлек Петр Мамонов? Что привлекательно для вас, вот, сегодняшних молодых людей, в личности этого человека? Я могу сказать, что Петр Николаевич просто не может не привлекать. То, что он делает, это не то, что не похоже на что-то, да, там, на эстраду, понятное дело, не похоже, на рок тоже не похоже. Это настолько самобытная личность, которая воспитывает, ну, воспитал, наверное, много поколений. И не только тех, кто увлекается русским роком. Он действительно учитель для многих людей разных возрастов. А что же он все-таки делает для тех, кто не знает, Герман? Это Петр Николаевич в первую очередь для меня талантливый актер. Все его концерты, все его выступления – это большое событие. Ну, все мы знаем, что он снимался в фильме «Остров», снимался в фильме «Царь». Ну, и большая фильмография. Да, конечно, большая фильмография. Но в первую очередь он талантливый человек. Не зря его приглашали известные такие режиссеры, как Лунгин, Лобан и прочие. Мы изначально очень давно когда-то хотели пригласить Петра Николаевича, но у нас не было таких возможностей. Мы с Денисом были слишком молоды еще. И, наверное, все-таки желание было столь велико, что наконец-то чудо, провидение, я не знаю, что нам помогло. И мы действительно, удалось нам с ним связаться, удалось организовать этот концерт. И мы надеемся, что проведем его на достойном уровне. Так что мы всех, конечно же, приглашаем на этот концерт. 20 декабря он будет. Не скрою, молодежная организация «Эксперимент» поддержала эту инициативу, выступила партнером, информационным партнером, и в рамках социальной акции «Спасение культуры в Украине» пройдет и этот очередной концерт. Даже, я думаю, стоит об этом сейчас сказать, что в понедельник в центре города будет такой перформанс уличный, альтернатива массовой культуре. Ну, я думаю, что в дальнейшем еще наши жители нашего города узнают об этом, но концерт состоится в рамках этой акции. Чтобы мы успели сказать о формате, я слышу от вас слово «концерт». Это будет только музыкальное выступление или это будет какая-то творческая встреча? Вот как музыкант приезжает Мамонов, да, в этот раз? Вот это очень интересно. Я знал, что вы зададите этот вопрос. Ну, это естественно. Да, все спрашивают, и исходя из того, какой человек спрашивает, я отвечаю по-разному всегда. То есть будет все? Будет все, будет Мамонов. Вот, когда человек спрашивает, что будет на концерте, я говорю, будет Мамонов. Вы знаете, может выйти конферансье, объявить там, а сейчас будет там песня такая-то, такая-то, он выйдет там, отыграет, отпоет, нет, и нет, все, да? Или он будет общаться с публикой, что он будет? Будет, он будет рассказывать. Ну, в принципе, некий план, конечно же, есть. Ну, давайте раскрывайте, потому что надо же знать. Будут песни эпохи звуков Му. Он сейчас по-новому их поет один. Будут новые вещи, которые он сейчас пишет, читать стихотворения, исполнять отрывки из своих моноспектаклей, как «Шоколадный Пушкин» и так далее. Много у них «Мыши» плюс «Зелененький». Будет он общаться со зрителями, отвечать на вопросы. И будет премьера фильма.
Да, и премьера фильма даже. Будет премьера фильма, который вот только недавно на экранах появился. Этот фильм называется он «Мамон». Документальный фильм, оригинальный достаточно. Еще по телевидению в Украине не показывали этот фильм, поэтому презентация на концерте будет этого фильма. Собственно, презентация была в Москве, в Петербурге. И в это число входит Ростов, Киев, Ростов, Киев, Харьков и Днепропетровск. Вот, что-то, по-моему, в Киеве уже состоялся, да, концерт. Да, что-то концерт. Известно вам? Вы были или слышали что-то? Не так далеко. Ну, естественно, Киев, с организаторами, да, мы общались. Концерт у них каждый год Мамонов, то есть выступает. Да, в Киеве. Да, в Киеве практически каждый год. Угу. Вот. И как вот ожидания, какая реакция зрителей? Был полный зал. Полный зал? Тысяча человек. Тысяча человек, был дом офицеров. Очень-очень мало времени, мы уже сейчас вынуждены будем прощаться. Что ожидаете вы от этого концерта? Мы ожидаем, что Днепропетровск изменится в лучшую сторону. Я надеюсь, что что-то появится у каждого зрителя нового, приятное впечатление. Надеюсь, что многие, кто не знал, кто такой Петр Николаевич, узнают об этом 20 числа. Поэтому приходите все в Театр Горького. В 19:00 будет начало концерта. Мы надеемся, что вам понравится. Мы будем еще стараться. Хотим сообщить, что каждый, кто захочет прийти и еще не смог, просто... По каким-либо причинам. Возможность есть. Возможность есть, да. Приходите, звоните по телефону мобильному, который на афишах есть. Мы обо всем можем с вами договориться. То есть спасибо. Никаких проблем в этом смысле нет. На этом сегодня все. Спасибо вам. Удачи в ваших ожиданиях. И нам хорошей встречи с Петром Мамоновым. Спасибо вам. Я ще раз подякую нашим гостям. Ми говорили про майбутній концерт Петра Мамонова. Він відбудеться 20 грудня. Ми йдемо далі.